отображать. Так. Молодец. Прекрасно, Соня. Готова муза преисполнилась, можно сказать, вдохновение и начинает творить. Мы не ставим перед собой задачу изобразить Соню натуралистично, прекрасное начало, но ее богатый внутренний мир и настроение на данный момент муза постарается сейчас передать с помощью красок и вот этого белого листа. Первый цвет желтый, второй красный, видимо, символизирующий любовь. Да. Так. Солнечко это очень не чуждо. А Соня, по всей видимости, не терпится посмотреть, что же там получается. Соня. Да мы не сомневаемся, что ты не видел, но нам нужна модель. Как же муза будет продолжать, Сонечка? Да, спасибо тебе большое за понимание. А тем временем у музы портрет подошел уже. Да, совершенно. Начали темное полотно. Готово. Можем продемонстрировать его нашей модели, которая ждет этого момента с нетерпением. Сонечка, вот так видит тебя музыку. Тебе нравится? А вот так нравится, Соня? Помните, видите, живите, Маржипа, Соня. Если вам этот портрет Сонечки понравился так же, как и ей самой, вы можете приобрести его в магазине на первом этаже и повезти в парад, повесить в мастеру, вы обеспечите себе постоянный источник позитивных эмоций. Кроме того, что наши артисты умеют и любят рисовать,